Всем привет! Меня зовут Наталья. Добро пожаловать на мой канал. На неделе моды в Париже швейцарский бренд Экрис устроил яркую презентацию коллекции «Весна-лето 2024». Креативный директор компании, которого в фэшн-индустрии метко называют повелителем тканей и архитектором с альпийских вершин, сегодня, впрочем, как и всегда, однозначно доказывает, что мода и искусство – это единое целое. А лучшим источником вдохновения в создании модных образов он считает творчество художников, причем не обязательно именитых. В этом сезоне Альберт Кремле решил поделиться с нами одним из своих недавних открытий – познакомить мир моды с работами Феличе Рикс-Уэно. В первой половине прошлого века австралийская дизайнер по текстилю, обоям и ремеслам, одна из самых замечательных художниц венского мира, эта талантливая женщина выдвигала в творческих работах на первый план яркость, цвет и гибкие линии. Наделенный богатой фантазией, Кремлер постарался воплотить идеи Феличи не только в красочных принтах, в построении силуэта, но и в эффектном сет-дизайне подиумного пространства, а также в оформлении приглашения на показ. Оно выполнено на высококачественной бумаге с прекрасными изображениями мотивов новой линейки. Его так и хочется бережно сохранить, как напоминание об эмоциях и впечатлениях от просмотра шоу «Экрис». Искусство тонко переплелось с модой и в музыкальном сопровождении дефиле. На показ бренд пригласил джазовое трио, в программе которого был и такой хит, как «Елисейские поля», что актуально, ведь презентация коллекции проходила совсем неподалеку. Сегодня модным балом на подиуме правили красные маки. В наших современных реалиях этот цветок имеет множество разных смыслов и порой противоречивых значений. В данном сюжете Кремлер вместе с художницей видит в простых полевых растениях символ радости, счастья, любви, красоты. На шоу маки диким цветением рассыпались огненно-красным ковром у основания сцены, масштабным принтом и 3D-аппликацией украсили брюки, жакеты, платья и топы, изящным ажурным узором проявились в кружевных ансамблях. Не менее интересно и ярко в стильных луках дизайнер отразил мотив бонбоньерки – красиво оформленной коробки для конфет. Эта тема ранее тоже была в работах Феличи. Модный гардероб на весну он наполнил не только одеждой с красочным принтом, но и великолепно скроенными однотонными нарядами. Так в линейке на теплый сезон вместе с задорным красным появился очаровательный белый и спокойный бежевый, теплый желтый и вкусный шоколадный, задумчивый голубой и динамичный синий, чувственный серебристо-бронзовый, роскошное платина и респектабельный черный. В плане обуви бренд делает ставку на остроносые туфельки на низком ходу, схожие с популярными нынче балетками и одновременно с новой версией Мэри Джейн, благодаря дополнительному ремешку-застежке. Модели замечательно смотрятся в мягких пастельных оттенках, а также в золотом либо серебряном цвете и, конечно же, в красном. Второй вариант – невысокие полусапожки, где форма мыса и чуть скошенный каблук напоминают обувь в стиле вестерн. Из декоративных деталей стоит отметить длинную бахрому, которая активно сопровождает каждый образ в финальном блоке коллекции. Минималистичным покрою платьем, трикотажным безрукавкам и майкам, практичным брюкам карго, пышная бахрома добавила особой, торжественной атмосферы. Не менее элегантно смотрелись на подиуме костюмы в пижамном стиле, легкие пальто и прямого кроя жакеты, рубашки с идеальными сборками. На мой взгляд, коллекция Экрис достойна громких аплодисментов, которыми публика от души благодарила дизайнера. А ваше мнение, мои дорогие зрители, я обязательно с интересом жду в комментариях. Приятного вам просмотра, красоты и здоровья, нескучного дня, позитива и солнечного, теплого настроения!